Итак, всем привет, друзья. Варкрафта, как, собственно, и просили, удалось добыть, сделать из него более-менее рабочий, играбельный продукт. Вот, и сейчас будем пробовать. Я лично сам с первой части, где-то у меня 2 или 3 книги, по-моему, по Варкрафту, вторую часть, поэтому... А вот будем сейчас ее, так сказать, все вместе пытаться одолеть. Так, компания орков и компания людей. Ну, так как я большой фанат Орды. Black Hand has assigned you to an outpost in the swamps of Sorrow. Your task is simple enough that even the war chief feels that you are capable of it. Construct at least 6 farms so that we may keep our troops well fed and ready to do battle. Only a fool would leave his treasures unguarded, so you must also build a barracks for the defense of these farms. Итак, наша первая задача. Ух ты, блин, а как тут с управлением? Ага. С управлением тут тяжело. Так, а так, мовы. Да, тут походу без клавиатуры никуда. Так, а как нормально перемещаться-то по карте? Блин, мышкой. Хорошо, как че. Ага. Да, тут управление со времен старого доброго. Так. Опа, что-то нашли. А управление у нас со времен Дюны. Repair. Так, build construction. На-на-на-на-на. А как же, собственно, добывать? Я так полагаю, это золотая шахта у нас. Так. Пион. Пион вперед. Опа, фарми золото. Так. Хорошо, пион погнал фармить. Еще парочку пионов. Ага, нельзя. Понятно. Локтарагар. Так, а в чем, собственно, наша миссия? Наша миссия состоит, первое, в том, что мы сейчас находимся в территории Swap of Sorrow. А, не помню, как она уже в оригинальном, ну, как оригинальном, в World of Warcraft она переводилась на русский язык. А, Болотина или что-то типа того, я точно не помню. Вот, и наша миссия первая состоит в том, чтобы мы построили 6 ферм. Это наша миссия. Так, что там? Ага, понятно. Золотишко. Так, not enough. Not enough, not enough. Так, M, стоять. Repair, на-на-на. Build, farm, barracks. Так, бараки, понятно. Давай. А что у нас по лесу? С леса. Ага, вот и лес, собственно. Отмена. Ты копать лес. А ты построишь сейчас еще ферму. Так, М, стоп. Начинаем строительство фермы. Где-то здесь, я думаю. Так. Да, конечно, управление. Управление жесть. Я как-то абсолютно не готов к такому хардмодному управлению. Так, хорошо. Что тут строительство идет? Это радует. Build road. Ну, давай. Она нам нужна. Непонятно, нужна она нам или нет. А вот пару пиончиков нам можно еще, в принципе, забамбурить. Так, идем сюда.
Опа, 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 стопе, 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 уходим. Ребятишки, на помощь. Ну да, я красавчик, сейчас все войско потеряю. Да, управление жесть. Не выделишь. Давай, вперед. Поломаю его. Увы. Так. Давай, давай, лупи. Куда, куда, куда ты пошел, осел? Давай. На. Да, это жесть. Это жесть. С таким управлением, блин, будет тяжело. А, отмена, отмена, отмена. Возвращаемся, строим. Что, чё не хватает? Золота, чёрт. Сразу как-то я похерил немного войска, но ничего, ничего, это у нас первое. Ну что-то ихняя скорость по дороге не особо увеличивается, по-моему. Они как бегали, так и бегают. Давай вот этого перекинем на древесину, вот эту. Оп, здесь что там, строительство полным ходом. Хреново, что у меня один воин, правда. Ну, сделаем ставку на то, что на нас никто не нападет, в надежде. Вот, я надеюсь, по крайней мере, на то, что никто не нападет. Только напали, как бы. Так, сколько стоят бараки? 600. А чё, не могу? А, дерева не хватает, понятно. Так, ну хорошо, дерево сейчас будет. Давай, ты тоже, в общем, на дерево. Сейчас как появится, сниму одного золота просто. Ну чё там, ребятишки, бомбите резче. Так, появилось, отлично. Сюда, бараки. Да, золотишко тут мало осталось, плохо. Хотя вот это вот, наверное, неправильно, не надо мне идти туда. То есть сейчас там на Русь, на каких-нибудь алых, и мне люлей как всыпят. И будет нехорошо. Первая миссия такая проблемная, скажем так. Work complete. Так, что у нас? Ух, давай, понеслась. А его можно как-нибудь, может, вылечить там? Или хрен там, наверное, нельзя его лечить. Thank you.
атаковать. Сейчас наделаем воинов и... Тут на пару, на парочку будет их, поэтому... Так, а, вроде, может быть, через Ctrl или нет? С, о, через Shift, а ну а Ctrl 1, к примеру. Не, нельзя. Раз, два. И, короче, погнал М ходить. М ходить, понятно. А, атаковать. Угу. Так, ну, суть ясна. Но надо бы... Так, раз, два, три, четыре. Поехали. Доктор. Бригада именно такая. Серьезных пацанов идет. Блин, ну с управлением правда тяжело очень. С таким... Очень-очень тяжело с ним совладать. Так, надо главное не... Опа! Отлично! Раз, два, три. Что у нас тут? Так, хорошо. Тогда... Build farm, build barracks. Ну, тогда сюда иди. Тягают золотишко. Так, раз, два, три. Капать золото. Так, ну вот эти вот хоткеи надо запомнить, ибо без хоткеев тут вообще никак. Сюда, а там... А, нехуй.
хоть обойти могут. Я думал, уж вообще все так плохо. Сейчас убьют какого-то. Может быть и нет. Ту-ру-ру-рум. Так, строй ферму. Бум. Так, раз, два, три, четыре. Что у нас здесь? Блин, ну дальше будет вообще жесть какая-то с таким управлением. Буде тяжко. Work complete. Так, построил, красавчик. Работай. Раз, два, три, оп. Погнали дальше исследовать. Так, тун-трун-тун-тун. Опа, первый враг. Атака. Давай, все на него. Давай, давай, давай. Блин, он один именно залупил как-то так орков добротно. Блин, четверо. А он один их он так уработал. Вперед. На него. О, там, красавчики. По красоте. Так, строим ферма. Раз, два, три. Фух. Удар. В атаку. Фак, закопал одного. Так, да, этого. И идем сюда. Лук. Батрок. Лук. Локторогар. Дин-дин-дин-дин. Так, work complete, да? Что там у нас? Ага, 500 копеек еще надо. Раз, два, три, четыре. Иди тогда поруби дерево немного. А мы пока попутешествуем, походим, посмотрим, что тут интересного еще, где тут оленьянсер есть. Дабу. Может, тут где под боком золотая шахта припряталась? А может и нет. Лоптар. Так. Так, стоп.
строим ферму. Опа. Найден еще один золотничок. Вперед. А он и олени янцеры. Собака убила одного моего воина. На. Так это. Скотство. Комплит, отлично, отлично. Еще одно. Отлично, наш первый лагерь Орды готов. Давай, строй, строй. Есть, отлично, мы прошли первую миссию. Конечно, сейф. Сейф слот один. Миссия. Хорда. Gaze upon the destruction you have wrought and the broken bodies of your enemies. Отлично, отлично. На-на-на, там, я сколько убил, сколько заработал, все. Отличная новость.